Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Raft. Продолжаем все так же искать нашу единственную, наверное, в этом мире микросхему, дабы создать радио и антенну. Кстати, для антенны, наверное, тоже нужна микросхема. Либо я не знаю, что это нужно. Поэтому потихонечку устраиваюсь поудобнее. Бери с собой чаечок. И приятного тебе просмотра. Мы сейчас с этого острова, скорее всего, с тобой уйдем, потому что нам эту птицу с тобой не одолеть. Потому что лука нету. Ой, она попала. Ну, я специально, в принципе, подставился. Хотел посмотреть, сколько она урона мне нанесет одним булыжником. Как видно, очень много. Да, мы тут больше ничего с собой не соберем. Лопаты у нас нету, ничего с тобой нету. Ягоды только можем собрать. Поэтому сейчас я пробегусь последний разок по этому острову. Ну, вот тут вот. По краю. Смотрю, что тут есть, и уйдем уже отсюда. Потому что делать тут больше действительно нечего. Топора у меня, кстати, тоже нет. Я не понимаю, где мне искать прессованный мусор. Самому перерабатывать? Непонятно. Либо это уже так, на конец игры. Типа ты как-то можешь прессовать мусор. Ладно. Хотя, походу, мы никуда сейчас с тобой не уплывем. Во, я вспомнил, в чем у нас проблема. У нас, короче, нет досок. У нас с тобой нету досок, чтобы сделать копье даже элементарное. Элементарное копье. Дабы защититься от акулы. Блять, а вот она. Надо найти где-то доски. Пока мы с тобой не рядом с кораблем, акула не нападает на наш корабль. Соответственно, мы можем на другой стороне острова с тобой найти доски. И сделать копье. Для копья нам с тобой необходимо, значит, 8 досок. Это будет долго, на самом деле. Но без копья никак. Он разрушит мне весь корабль. Если я сейчас попытаюсь поехать без копья. Жаль, не могу вот этим, кстати, гарпуном драться. Это очень, на самом деле, плохо. И бредово. Еще я очень ступил то, что я с собой еды никакой не взял. И это может мне очень сильно ухнуться. Так. Неужто нету тут досок? Вы прикалываетесь, что ли? Нет, ну должны же быть где-то доски. Так, там эта птица. Хорошо, кидай, кидай сколько угодно твоей душе. Все равно не попадешь. Если я тебе не позволяю по себе попасть, значит ты не попадешь. Я бежал почти уже полострова, наверное. Так ничего не нашел. Нет, я вижу, вот есть типа эти деревья. Там, да, я могу добыть доски, но чтобы это сделать, мне нужен топор. Я не хочу его даже убивать, он такой мелкий. В нем грамм мяса. Зачем? Там что-то тоже светится, кстати. Надо возвращаться, в принципе, уже на лодку, я думаю. Нет, вон, кстати. Но я не доплыву, наверное, туда. У меня акула, да. Меня акула не подпустит туда. Блин, ну там настолько много... Ой, блин. Всякого добра. Мы можем попытаться сейчас уехать, но акула точно сейчас нападет. Точно тебе говорю. Она не даст мне просто так сейчас свалить. Блять, да я даже не могу ничего вообще сделать. Я могу только воды набрать, кстати. Вот это очень печальная ситуация. Мы так увлеклись строительством дома, что совсем про все забыли. Забыли про доски. Что их надо на самом деле экономить.
Ну вот, 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 я тебе про это и говорил. Ну пиздец, сейчас сломает все. А, нет. Хорошо. Хорошо, не сломала. Спасибо. Спасибо. Не все так и плачевно, оказывается. Надо туда поворачивать. А чё так все затихло? Я вижу, там очень много мусора, но мы вообще, по-моему, туда не плывем. Или плывем? Вот она, вредная, противная акула. Нападай, пока у меня нет копья. Это твой шанс. Да ладно. Да не туда. Чуть-чуть поправее возьми. Вот сюда. Да, хорошо. Печаль. Ой, ну начинается, да. Хотя пока что-то есть, я могу. Время, походу, использует свои накопленные запасики. Кстати, манго очень дает много воды. Мне подплыть на самом деле к тому мусору. А мне все, все не дает. Я уже у берега. Пиздец, волны начались. Ну вот серьезно, ну вот как назло, а? Блин. Иди сюда, шарк. Бей ее. Лови ее крюком. Я не знаю, чем угодно. Попытаться туда идти. Ну, я не выживу, мне кажется, там. Давай проведем тест. Не идет, да? Не идет. И корабль-то, я смотрю, важнее, чем я. Просто какая-то вредная акула попалась. Так, мне надо понять, сориентироваться. Так, там желтая рыба. Мне надо сориентироваться, знаешь, чем? О, вот, пришел. Ну давай, конечно, конечно. Вот, не поверишь, не ходил все время тут. Как все, я что-то начинаю делать, все начинает ходить. Так, вижу вон там бочку. Надо до нее доплыть попытаться. Я надеюсь, я не утону. Где этот бочонок? Я достаточно далеко уже уплыл от острова. Бочки нету, все, да? Печаль, беда. Я не вижу эту бочку. Вообще нельзя так далеко уплывать без своего корабля. Вдруг ногу сведет или еще что. Все. И погиб. А умирать нам не надо. Нельзя нам умирать. Понимаю. Ай, ладно. Давай хотя бы добывать, я не знаю, песок, камень, ну хотя бы что-нибудь. А, кстати, а может есть и подводный клад? И такое может быть ведь, наверное. Разве нет? Это еще что? Водоросли. Ой, прикол.
хреново. Ой. Бля, меня она так прикалывает, эта рыба. Она меня укусит или убьет? Я вот понять не могу. Ой, она меня укусит или взорвется? Ладно, хлам. Мне очень сильно нужны доски. Я еще свой корабль просрал. Кстати, где он? Серьезно. Там? Ой, все! Течение успокоилось, можно плыть. Так где мой корабль? Серьезно? Я не мог так далеко от него уйти. Да нет, не может быть. Бля, я на другую часть острова просто пришел. Назад. У меня есть одна доска. Я могу сделать мини-топорик? Было бы неплохо. С мини-топориком бегать. Так. Ой, попала. Позволил, позволил ей. Так, тут мы кабана убили. Тут лопата требуется. Чего-чего, у меня этого нет. Тут тоже ничего нету. Ну залезь, давай. Молодец. Где мой... Не понял. Где, сука, мой плод? Это прикол какой-то, он уплыл от меня? В смысле? Серьезно? Он уплыл без своего капитана? Да быть такого не может. Блять, ну я сейчас пол ресурсов продебу. Блять, я водоросли не очень хочу потерять. Ой, бля, плохо. Столько ресурсов. Ты прикинь, он серьезно уплыл от меня. Да ведь? Ой, да. Да ну. Ой, блядь, ну тогда можно умирать. Куда я? Мне нужен мой плод. Давай, кидай на меня свои булыжники. Я сейчас очень много потеряю. Прям, ну, реально много. Да, кот? Не надо, кот, не надо. И стакан еще в придачу потеряю. Разобьюсь? Блять, ну не так много хп. Давай еще. Еще булыжник тащи, быстрее. Добивай. Я даже не знаю, куда у меня, в какую сторону уплыл плот. Ну, блять, быстрее саму утопиться. Во, вон она рыба. Ща к рыбе подойдем просто и все. Рыба сделает свое дело. Заодно, кстати, узнаем, она кусается или взрывается. Бах. Все хорошо.
Две трети своего инвентаря потеряю. Заебись. Она тут пока ресурсы собирала, пока меня не было. Причем не набрала, блядь, больше, чем я на острове. Охуеть. Сука такая. Так, я водоросли, кстати, хочу исследовать. Я ведь могу водоросли исследовать? Изучить. Ласт. Ё-моё. Ласт у нас делается из водорослей. Прикол. Так. Стоп. Вот это... Да нет! А, хорош! Я не увидел, сколько у меня вообще здоровья. Прикалывайте, что ли? Так, все, ладно. Входим в темп игры. Блять, да ладно, мы уже до нового острова доплыли. Ладно, поплыли. Черт с ним. Хорош. Мы доплывем с тобой до того острова. Посмотрим, что там есть. Вижу там что-то такое ценное. Так, ладно. Стейк, 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 стейк. Хорошо. Так вот, отлично. Так, стейк выкладываем, эту хрень берем. Блин, там, по-моему... Я знаю, что ты хочешь, нифига. Даже не думай. Блять, опять досок нет. Куда они все пропадают-то? А, вот они. Так, кстати... Ой, бля, извини. Там очень хороший ящик, кстати, плыл. Мы туда не, сейчас не доплывем. Нам опять течение почему-то не позволяет плыть. Очень проблематичное течение, на самом деле. Надо постоянно с собой иметь запас, короче, досок. Надо отложить, короче, часть досок, пускай они будут просто лежать. Докину, ё-моё. Давай, доплыви. Пожалуйста. На возвышенность можешь встать. Туда куда-нибудь. Нет. Нет, миллиметра не хватило. Плыви за этим ящиком. Я сейчас за ним сам дырну. В чем твоя проблема? Заебись. А ящик-то что? Почему не догоняем? Может, есть улучшенный этот? Может, есть улучшенный, серьезно, парус? Ну-ка. Ули есть. Бинокль есть. Улучшенный гриль есть. Это все не то. Микросхема. Кстати, медный слиток.
Блять, у меня все равно ничего такого нету. Лопата. Железный слиток. Ну, в принципе, я не сомневался в этом. Обычная батарейка, рюкзак. Хорошо. Целебные мази всякие, ой. И все. Так, а как классно это сделать? Я, может, сейчас сам от акулы буду плавать. Чё такие лютые-то? Ингредиенты требуются. Встань. А я могу перестроить? Заменить дерево. Заменить прочным деревом. Что раньше-то было? Так, пройтись вокруг корабля, проверить прочность везде. Все отлично. Так, мы что, не догнали в итоге ящик-то? Нет, не догнали. У нас какой-то парус хреновый. Может, два паруса поставить? Слушай, а что если он... Брать. О, ща мы сделаем. Во! Чисто корабль. Мы стали плыть быстрее? Видимо, нет. Так, хорошо, ладно. Это все фигня. Ужин при свечах. Тоже фигня. Полки, фонарик, краска. Ну, тоже все это фигня. Кровать. Кровать так-то можно сделать, чтобы побыстрее пережидать этих... Ночь и... Ураган. У меня опять мало дерева. Почему у меня постоянно мало дерева? Акула еще сейчас нападет, будет очень плохо. Я никого не догоняю. Почему ящик плывет быстрее, чем я на своем корабле с парусом? Что это за бред? Я не понимаю. Мне нужно очень сильно дерево. Так, поплыли прямо вот сюда. А, так я опять к этому, блядь, острову сейчас приплыву. Серьезно. Я тебя вижу, акула. Давай постель сделаем, чтоб ночь пережидать. Блин. Мне ни того, ни другого не хватает. Гамак. А ведь гамак нужно цеплять к чему-то. Разве нет? Типа к двум столбам обычно. Так, вот так. Все. Листьев у меня много, да. В принципе. Удочку могу сделать. Вот сырой морской лещ. У меня такого нету. Мокрый кирпич. Мокрый кирпич так тоже можно. Мы ведь его попытались, да, в прошлый раз изучить? О, погоди. Есть мокрый кирпич. А что если я... Положить доску. Это все не то. Убрать. А что если я сделаю, знаешь что?
Ща, погоди. Ща, погоди. Фу, не надо, пожалуйста. Обычный гриль. На нем можно готовить одно блюдо. Топить можно досками. Это не то, значит не прокатит. А, это тоже все не то. А как мне тогда согреть-то? Я должен высушить этот кирпич. Уйди. Мы плывем, нет? Да, куда-то плывем. Поплыли, короче, по течению. Я понял, что мы вообще сейчас не двигаемся. Вообще почему-то мы не двигаемся. Скот! Да подожди, акула! Стой! Зараза! А, блядь, серьезно? Да ладно, сейчас заезд ведь, да? А, нет. Блин, там скат был. Серьезно? Я думал, я сейчас... Теперь я буду охотиться на тебя. Так, собираем все добро. Сюда. Досочка уплыла. Опа. Вот этот ящик по-любому надо брать. А, это не ящик, это этот. А, да что ж такое-то? Я сейчас отучу ее прям ходить к нашей лодке. О, досочки, хорошо. Доски, это хорошо. Сюда куда-то надо кидать, чтобы попасть. Все. Ну. А это один пластик или два? Один. Ну я думал, что в принципе два должно быть пластика. Типа деталька-то большая. Да. Серьезно, просто вот так. Стой, держи, все. Ой-ой-ой. А где еще-то ящик? Там же их три было. Разве нет? Еще бы плот найти большой. Обычно, мне кажется, микросхемы должны быть на каких-нибудь плотах. По-моему, там большой ящик. Если я прав, то это хорошо. Вон квадратный, видишь, да, по-моему, идет.
Давай попытаемся этот квадратный взять. Сюда. Да, это квадратный. Надо квадратный взять. Прям на крюк, прям на крюк. Хорош. Ай. Да ёб ты мать, почему? Почему ты не убрала? Я же отменил веревку. Я хотел взять копье. Он мне не давал брать копье. Он сказал, пока не притянешь, хрен кого отпустишь. Печаль. Ой, там сколько бочек плывет. Надо забирать. А чё, у меня, как я понял, это бесконечно, что ли? Факел. Из... Мотивационная цитата. Ну, это хуйня какая-то. Какая в жопу мотивационная цитата? Она же бесполезна, в принципе. Вот, видишь, опять не... А, ну понял, пока не притянешь, все. Ничего не можешь делать. На меня прям плывет. Почему я от этого острова-то не могу уехать? Это прикол какой-то. Или это другой остров? Да нет, вроде такой же. А, погоди, это другой остров. Погоди-ка. Там два, по-моему, острова сразу же. Нет, ну-ка давай туда. Вот, смотри, раз. Вот деревья, и вот два. Блять, есть хочу. Не вовремя как-то. Прям вообще не вовремя. Ладно. Поработали, можно и поесть, в принципе, да. Согласен. Да, слушай, это вообще другой остров. Да что ж такое? Чё за один ролик два новых острова, что ли? Нет, это, конечно, хорошо. Ну, плывем. Что делать-то? Нет, на таком мы не были. На таком мы не были. Плывем. Только топор надо сделать сразу же. Два топора. Сейчас мы нарубим дерево себе. Да, давай к острову. Да, мы на нем не были. Или были? Да нет, не были мы на таком острове. Плывем, значит, на него. Как докинуть-то до туда? Во. Нет. Хорошо. На этот раз я сделаю якорь. Ну его нафиг. У меня уже один раз лодка уплыла. Мне хватило. Спасибо. Без якоря я теперь хрен на какие острова остановлюсь. Хрен я на каких островах выйду. Где-нибудь вот сюда. Блять. А, уже плывет все. Чего ты там? Что-то отодрало? Да подожди. Сюда. Не пойдет, мне хватит. Все, высаживаемся, пошли искать. А, ну да, еды-то мало у нас.
А чё за дырка? Тут разве не сетка у меня стояла? Не понял. Ладно. Предположим, что у меня там стояла когда-то сетка, но ее, видимо, акула сломала. Так. Делаем по-любому. Топор есть. На прозапас есть. Луковицу, ну я не знаю. Ну давай. Зараза! 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 Надо помощнее что-нибудь сделать, чем это копье. Копье что-то не так прям сносит. Но этот мы знаем, магазинчик. Мы уже видели подобное. Все то же самое, ничего не меняется. Погоди, или меняется? Блять, да ладно, это тот же остров. Или чё? А, нет, тут есть баран. Ой, глупый птица. Во, вот это я люблю. Хорошо, вкусняшка. Вкусняшка. Больк. Ты чё? Ты чё сейчас было? Чё она пробормотала? Вы изучили стул. Вы изучили кружку. А, ты же не видишь из-за меня. Ну, я тебе, в принципе, озвучиваю, что мы там изучили. Изучили стул, изучили кружку. А под водой он тоже есть, может? Блять, реалистично, что пиздец. Зато мне теперь листьев до хрена. Арбуз. Я все деревья на этот раз соберу. Он налетает. А чё это за птица такая? В прошлый раз её видели, сейчас мы её видим. Что-то она нам прям часто попадается. У нее, наверное, прям офигенные перья должны быть. Большие. Манго. А не могу я манго взять. Нету места у меня под манго. Так, это вода. Это еда. Тут еще, наверное, арбуз должен быть, нет? Нет, нету. Ой, пещерка. Короче, на каждом острове есть пещера. И на каждом острове есть, как я понял, сундук. Только тут, кстати, сундука не видно. Ну, значит, он в другом месте, в принципе. Логично же. Манговая семечка мне нафиг не нужна сейчас. А, да, мы на таком острове были уже. Так они повторяются, выходит, да? Тут еще, значит, кабан где-то должен быть свой. Блять. Больно ведь. Дрёха, что делаешь? Ну что, пальмовый лист? У меня нету места под пальмовый лист. Как так? Кокос. Хожу, съедаю тут все подряд. Так, там я что-то выронил, нет? Нет.
Нет, ну досок у нас теперь нормально. Это мне уже нравится. Ой, она вообще ничего не восстанавливает. Вот грипп нормально. Я бы даже подумал насчет того, чтобы самому выращивать грибы на корабле. Во, видишь, говорю тебе, кабан. Сейчас одну копье сломаем, одну сделаем. Соответственно, еще освободим инвентарь и заполним сейчас его. Ой. Это кто? А, это лама. Блять, я ламу не хочу убивать. Погоди. Поехали. Блять, а если сейчас птица придет? Да как ты по мне попала-то? Тише. Что такое? Стал добычей? Да. Блять, а в ламе может быть что-то полезное. Так-то тоже. Но это игра, это не живая лама. Лё. Я бы вообще на животное руку не поднял. Ой. Ну нету мяса. Ну по-любому. Ну что может из ламы быть? Серьезно. Я не хочу ее убивать, честно. Вот ее не хочу. Да я и козла-то больше не хочу убивать. С него ничего тогда не выпало. Просто убили, взяли его, все. Поэтому ладно. Их мы трогать теперь не будем. Ни козлов, ни лам. Где сундук? Ах ты ж, сука, вот твое где гнездо. Блять, ебать, здоровье-то где? Алло. То есть она может присаживаться. Блять, а вон и ящик. А у меня места вообще нету. Рецепт, посылка. Антенна, чертеж у меня есть. Зачем мне еще один? Это что? Это пос... Блять, сука! Ах ты, тварь! Вот тварь просто. Ну, ёпать. Конечно, давай, грызи еще. Ты чё? Охренела? Боже, я все дерево проебал. Ой, блядь. Я еще из сундука то, что достал, проебал. Ой, блядь, как все плохо.
Я не понял. А ты чё начала-то на меня тут-то нападать? Я для тебя шутка какая-то, что ли? Ой, блядь, как же все хуёво. Хуже и быть сейчас не может, в принципе. Я иду по твою душу. Сраная птица. Молись, чтоб я не нашел твое гнездо. Блин, мне бы найти лук. Я бы ее уже пристрелил. Так. Хорошо, где-то вот тут ведь были вещи. Да, вот. Ну, все, что осталось. Все, что осталось. Блин, ладно бы, если бы, конечно, этот... Я если теряю свой инвентарь, то... Я его как бы теряю и потом могу подобрать. Но это нечестно. Это ненормально вообще абсолютно. Что я прям теряю его и с концами... Дурацкая птица. Ой, блин, сейчас здоровье потеряю. В итоге я вообще ни с чем сейчас уйду, да? А если я загружусь, где я появлюсь? Это что? А, это просто камень. Водоросли. Водоросли — это хорошо. Водоросли — это прям отлично. Это я ласты смогу себе сделать. Из водорослей взять ласты. Ну ладно. Мне много там для ласта нужно еще. А, всего лишь 5 сока лианы. Где его достать? А, это мне надо стаканчик какой-то сделать. И найти лиану. Наверное, это так работает. Есть акула и есть птица. Одна сверху атакует, другая из-под воды. Куда деваться? Сваливаем с этого острова, желательно побыстрее. Больше тут делать нечего. Я потерял все ресурсы. Почти. Да? Да? Умница, умница. Какая ты молодец. Давай, иди. Иди, пожалуйста. Давай, давай, давай. Давай, иди, иди туда. Я потерял просто все ресурсы. Было столько дерева. Было столько кожи. А, кстати, а что из кожи могу вообще делать? Было просто все. Осталось ничего. Водоросли я изучал. Кожу я изучал, изучено. А что из кожи-то можно делать? Я не понял, что из кожи можно прям делать? Мы что-то изучили из кожи? А непонятно, что мы изучили из кожи. Ну-ка, давай посмотрим, что мы изучили из кожи. Лиана. Это фигня. Отъебись. 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 Просто от корабля ничего не останется такими темпами. Просто весь корабль мне поело. Кстати, наверное, сейчас уже будем закругляться с тобой.
наверное, да? Сколько вообще по времени? Я что-то этот момент упускаю, когда играю в эту игру. Прям вообще постоянно упускаю. 50 минут. Опа. Нет, ну сеть прям вообще очень полезная штука. Я не пожалел ни капли, что ее установил. Она серьезно мне помогает собирать ресурс. Единственное, я не в ту сторону плыву. Мне надо вон в ту сторону. Обогнуть этот остров. Я, правда, не знаю, есть ли смысл что-то объезжать, потому что мне почему-то кажется, что куда бы ты ни поплыл, эти острова всегда у тебя будут. То есть мы сейчас проплываем какую-то часть, и локация заново генерирует нам такую же локацию. Ой. Так, все, я вижу, куда плыть. Сегодня последнее, что мы с тобой сделаем, это вон тот плотик. Сейчас ограбим. Так, весло. Пластика нехватка. Пластик находим. Где пластик? А, кстати, я ж могу тогда его не доставать. За лодкой. Может, хоть там микросхема сейчас будет. Ой. Кошка, давай, уходи. Я что-то на нее даже не обратил сейчас внимания. Давай, давай, доплывай. У кого есть кошка, тот поймет, как они бывают вредничают. То, что ты что-то делаешь, они вредничают. Они привлекают к себе внимание. Тем самым. Давай, 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 давай. Давай, родненький, иди сюда. Вижу, там пугало с серпом. Он прямо говорит, забирай. Забирай мое добро. Стекло, посылка. Ну это что за лут? Где нормальный лут? Вы научились делать стол. Круглый стол. Они повторяются. Каков шанс, что я где-то найду прямо этот? Вы научились делать микросхему. Будет вообще такой хоть один раз предмет? Так, досочка. Ты чё, акула? Попутала. Так, ресурсов не хватает. Ну, другое дело. Бля, у меня два крючка. Ну ладно, лишним не будет. Один могу, кстати, припрятать. Сразу же. Пускай будет как бы вот тут. На всякий случай, потому что все может быть в игре. Умру. Где-нибудь там. И все, мне крюк нужен будет, чтобы добывать ресурсы. Я вспомню про этот волшебный крюк, который я оставил. На всякий случай. А можно тебя поймать? Спасибо. Кривовато работает. Ой. Это начинается. Крит, да? Прошел. Так, ну чё, ладно. Это можно бесконечно добывать. Давай на сегодня заканчивать. В следующий раз с тобой продолжим. Вот, обидно, обидно, столько ресурсов с тобой потеряли, прям.
из-за того, то, что то птица, то акула, то птица, то акула. Я не ожидал, что она будет на меня нападать, как бы, в моей безопасной зоне. Безопасная зона считается кораблем. На корабле на меня ни акула не должна нападать. И тем более уж птица. Блин, скат. Стой, 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 блять, акула еще жрет. Спасибо, спасибо, я тебя вообще ненавижу, акула. Бочечка. А, блять, я блять напала. Опять это. Сейчас вот эту бочку поймаем и будем заканчивать. Что бы я хотел достичь в этой игре, я, честно говоря, даже не знаю. Мне просто нравится просто отвлекаться от всех вот этих стрелялок, бывает, всякого вот такого жанра игр. От хорроров. Спокойненькая игра, просто сидишь и чем-то занимаешься. Спокойно в своем темпе, никуда не торопишься, спокойненько играешь. Хорошая, спокойная игра. Акула, правда, заебала. Их две? Или это дельфин? Или погоди, или это акула? Кто это? А, это одна акула. Плавник, плавник это. И хвост. Ладно. Просто сначала не признал акулу. Давай на это заканчивать. Сейчас попьем. Пока тут пускай готовится все. Чтоб мы в следующий раз пришли, уже все тепленькое было. Вот. Да, в следующий раз уже все продолжим. Там сколько вообще у нас вышло? 57, да, 58 минут. Вот. Может быть, уже поменьше будем рафту уделять время, или же не знаю, пока. Не знаю, пока не найдем игру. Пока вообще ничего просто в Steam не нахожу. Может, если есть, конечно, у тебя какие-то предложения по играм, пиши, не стесняйся. Возможно, в них и сыграем. Может, меня тоже заинтересует, потому что я очень много игр тоже не знаю. Я все свое время проводил либо в Вовке, либо в Доте, либо в Контре. А тут, видишь, вырвался в одиночные игры. В целом, мне даже это нравится. А если тебе понравилось видео, обязательно поставь ему лайк. И если тебя заинтересовал вообще такой контент, то подпишись на канал. Ссылка будет под этим видео. Вот, спасибо за просмотр и увидимся уже в следующем ролике, либо в этом, либо вообще в другой игре. Всем пока.